Продолжились праздничные мероприятия в честь вхождения Крыма в состав России флешмобом. Его организовали учащиеся нескольких школ Волгограда. На этом школьном дворе в тематической акции задействовали около 500 учащихся лицея номер 10 и школы номер 56 Кировского района Волгограда. Репетиций было мало, хотя задача непростая – выстроиться так, чтобы сверху были видны слова «Россия» и «Крым». Сказать, что сложно, наверное, нельзя, потому что мы это делали с большой радостью и с огромным удовольствием, потому что мы все рады тому, что случилось ровно год назад. Кто-то, например, посмотрит это обращение, эту акцию, им, наверное, тепло на душе станет, потому что это же очень весело. Слова сверху, может, и не слишком хорошо читались, но участники флешмоба делали все с настроением праздника. Ученики говорят, что вполне понимают значение исторического события, которое произошло год назад. Я считаю, что это очень значимое событие для России, возвращение своих вот территорий. Мне кажется, что как я и вся Россия рады, все счастливы этому вот воссоединению. Это как рука помощи от России. В некоторых других школах Волгограда прошли похожие акции. Всего в них приняли участие около 1000 учащихся.